Сегодня отмечают Международный день коренных малочисленных народов. Традиционно проходит ряд мероприятий. Так, в Якутске состоялся праздник «Кочевье-2016». Организовали выставку, презентацию трудовых династий и этнических ассоциаций КМНС. Подвели итоги второго молодежного суглана, устроили показ художественных и документальных фильмов о коренных народах Севера. Отмечено, что в республике в последнее время развитию оленеводства и рыболовства, также изучению языков и самобытной культуры малочисленных народов Севера уделяют особое внимание. Мы, якутяне, и наша столица, город Якутск, становимся одним из субъектов Российской Федерации, который отмечает этот день. Его отмечают ведь сегодня в 90 странах мира. Около 400 миллионов человек, которые себя считают коренными народами, этот день рождения, это день значимости этого события, это день, когда мы знаем об этом, мы думаем о будущем каждого человека.